Сейчас мы покажем вам кадры из приемного отделения скорой помощи в городе Мариуполь. Туда привезли ребенка, 6-летнюю девочку, которая была ранена в результате обстрелов. Это очень сложно, находить эти видео и показывать их в нашем эфире. Я должна предупредить, что кадры эти могут шокировать, поэтому если вы, как я, не уверены, что вы можете держать себя в руках, возможно, это видео лучше не смотреть. Давай ее сюда! Скажите этому путинскому вот эти глаза вот этого ребенка и плачущих врачей, чтоб он сдох, сучара. Мы не можем показать вам окончание этого видео по этическим соображениям, потому что девочка, которую пытались спасти врачи, погибла.